Здравствуйте, мои дорогие, с вами Елена, и я буду делать сейчас расклад на картах Ленорман «Тайны старого замка». И расклад будет на такую тему: если среди вас завистники, если среди вас предатели, если среди вас те люди, которым доверять нельзя, и что это за люди, мы посмотрим. Я сейчас буду в этой колоде искать вашу карту, карту госпожи, женщины. И какая будет карта перед и после, покажет обстановку на данный момент относительно людей, которые вас окружают, друзей или врагов. Все мы сейчас посмотрим. Смотрите, вот вышли вы. И окруженная картой букет и карта крысы. Крыса, конечно, крыса негативная карта. Она показывает на то, что есть завистники по карте букет на вашу внешность. Во-первых, вам завидуют, какая вы красавица, какая вы умница. И на вашу фигуру, вашу красоту есть завистники. И также идет зависть на ваш успех, на ваше благополучие, что у вас все хорошо. Да, завистники есть. Сейчас я буду дополнять, карты добирать, и будем все смотреть, что же у вас относительно завистников, врагов, предателей. Это карта медведь. Какой-то мужчина вам завидует, злится на вас. Даже, может быть, у некоторых проиграется, ненавидит какой-то вот такой вот ненавистью. Либо это женщина с такой тяжелой энергетикой мужской. Что же еще есть ли среди вас предатели, завистники, враги? Это карта аиста. Кто-то из вашей именно семьи вам завидует. Это самые близкие родственники и какие-то, возможно, двоюродные, троюродные, более такие дальние родственники тоже вам завидуют и на красоту, и на внешность, и на ваш успех. И что же делать? Какой совет будет? Итог этого расклада. Карта дом. Карта дом говорит о том, что не нужно о себе рассказывать. Дом – это ваша крепость. Держите все в себе, в тайне. Не рассказывайте окружающим о своих успехах, о своей любви, обо всем о том хорошем, чему люди могут позавидовать. Это ваша душа, дом, это ваша аура, ваш внутренний мир. Держите все внутри себя. Ну, давайте еще дополним этот расклад. А кто же еще вам завидует? Это карта книга. Это также говорит о родственниках. Кто-то из вашей родни завидует вам. В тайне именно. Карта книга даже здесь просматривается как кошелек. Завидует вашим доходам. Завидует он тому, что вы постоянно что-то изучаете, узнаете, что вы не сидите на месте. Постоянно в движении, в обучении. Вот такая вот вы прекрасная женщина. Вот. Вышла карта сад. Это, во-первых, ваше окружение. В социуме есть тоже завистники. И завидуют вашему благополучию, что у вас все получается, за что бы вы ни взялись. Кто еще вам завидует? Еще возьму карту. Смотрите, это карта развилка. Вам завидует какой-то человек двуличный человек. Он вам в глаза говорит одно, а за спиной, за вашей, говорит сплетни. И идет, конечно же, вот по всем этим картам зависть такая нехорошая, такая вот ужасная. Вот. И давно это, по карте Лилия, это зависть на ваше благополучие давным-давно уже. Вы доверяете этим людям, но, к сожалению, зря.
И возьму заключительную карту, которая закончит весь этот расклад. И я буду его суммировать, конечно. Это карта звезды. Во-первых, карта звезды говорит о том, что ни в коем случае не рассказывайте о своей мечте, о своих желаниях, о своих планах. Не рассказывайте никому. Опять же, я повторяю, держите все в тайне. И, к сожалению, это показывает, что у вас очень много завистников, потому что вы благополучная, роскошная, шикарная женщина. А когда женщина счастлива, у нее все хорошо и прекрасно выглядит, и все у нее в жизни получается ладненько, складненько, конечно же, всегда бывают завистники. Так всегда бывает. К сожалению, в жизни так. С вами была Елена. Я желаю вам счастья, любви, всего самого лучшего. До свидания.